Таким мы увидели послевоенный Лондон. Его тоже бомбили, но, видимо, не так ожесточенно и постоянно, как наши большие города. Исторические памятники уцелели. Было что посмотреть. На первый матч «Динамо» с «Челси» пришли 90 тысяч болельщиков. Фамилии англичан ничего нам не говорили, так же, как и наши хозяева. Английские футболисты играли под номерами, строго отвечая за свою позицию. У нас номеров не было, и, как оказалось, это не только удивило хозяев, но и сыграло за нас. Это я между Карцевым и Сергеем Соловьевым. Мы пригласили в свой состав Архангельского и Орешкина из Ленинграда и нападающего ЦДК Боброва. Поначалу у нас ничего не получалось. Англичане забили два мяча подряд. Да еще Леонид Соловьев не забил пенальти, что случалось с ним крайне редко. Но именно после этого игра наладилась. Я дважды бил поворотом, выводил на удар то Архангельского, то Боброва. Вратарь был безупречен. И все-таки мы сравняли счет. В итоге 3-3. Я получил от Лера... Ноябрь 45-го года. Московская «Динамо» совершает паломничество в футбольную Мекку. Англия живет предстоящим свиданием с советским футболом. И даже скептический тон местных газет, советовавших не ждать очень многого от русского «Динамо», не охладил пыла англичан. Истинного болельщика не проведешь. И он, как всегда, оказался прав. Во время турне наша команда не раз поражала его, восхищала, удивляла. Впервые 13 ноября, перед матчем с Челси, когда динамовцы во главе с тренером Якушиным, он на первом плане, преподнесли букеты цветов соперникам. А затем, уже в ходе игры, стойкостью, волей, мастерством, проигрывая после первого тайма 0-2, мы видим первый гол в ворота Хомича. Наши не пали духом. И вот изящную комбинацию с участием Бескова и Боброва счастливо венчает удар Карцева. Торопится Бобров. Надо еще забивать. И вот перед нами иллюстрация к известным строкам Евтушенко. И он вонзался, словно финка, насквозь защиту прапоров. Архангельскому после блестящего прорыва Боброва оставалось только в ворота попасть. Что он и сделал. Вскоре Лаутон забил Хомичу третий гол, но Бобров не позволил динамовцам проиграть. 3-3.